Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Джордж Спенсер Уотсон, английский художник-портретист, принадлежал поздней романтической школе, иногда работал в стиле итальянского ренессанса. Данные я беру из переводной Википедии, не очень много, конечно, текста, но что есть, как говорится. Его работы хранятся в разных музеях и галереях мира. Учился в Королевской академической школе с 1889 года и выставлялся в Королевской академии. Уотсон выиграл серебряные медали Королевской академии в 1889 и 1891 годах и получал стипендию Лансира. Был членом Королевского института художников маслом, Королевского общества портретистов, кандидатом Королевской академии в 1923 году и членом Королевской академии в 1932. В 1909 году женился на Хильде Мэри Гарднер. Она была танцовщица и исполнительница пантомимы, последовательница актера Эдвардса Гордона Крейга. У них была дочь Мэри Спенсер, которая стала скульптором впоследствии. Вот примерно вся информация о этом художнике. Некоторые из его работ хранятся в коллекциях в Бормуте, Ливерпуле, Плимуте, Национальной галереи Канады. Художник умер в Лондоне в 1934 году. В том же году Общество изобразительного искусства провело мемориальную выставку в память о художнике в Лондоне в северном вестибюле церкви Святого Якова на Пикадилли. Установлен памятник. Все, всем пока, всем привет. Сегодня мы немножко узнали о художнике Джордже Спенсере Уотсоне, английском художнике-портретисте, который принадлежал к поздней романтической школе и иногда работал в стиле итальянского ренессанса. Все, пока-пока, до свидания.